День, ребята, приближается 23 февраля, День защитника Отечества, праздник мужества, отваги и храбрости. В этот день мы поздравляем всех мужчин, ветеранов войн, тех, кто служит и служил, и тех, кто защищает рубежи нашей Родины сейчас. На них лежит особая ответственность. Поздравляем будущих защитников, которым перейдет почетная миссия защищать Родину. И хочется сказать не только теплые слова в их адрес, но и преподнести подарки. И сегодня я предлагаю сделать своими руками красивую открытку для своего папы. Так нам понадобится голубой картон, белая бумага А4, синий картон, фломастеры, карандаш, линейка и цветная бумага, ножницы, клей, двусторонний объемный скотч. Для основы открытки мы складываем картон голубой пополам. Вот так. Теперь нам нужно с вами вырезать вот такой самолетик. Берем синий, темно-синий картон. Нам нужно его вырезать 9 сантиметров в ширину, и длина у нас будет где-то 19 сантиметров, наверное. Вот берем целый картон, складываем его пополам. И рисуем самолетик. Самолетик я рисовала сама. Вы можете взять деталь из интернета. Сложили пополам и рисуем вот половинку вот этой детали. Получается вот так у нас. Серединка и крылья. И вырезаем. И получаем, раскрываем, получаем вот такой самолетик. Затем его нам нужно приклеить к основе открыточки. Открытку мы будем брать вот в ширину, вот так. Приклеиваем самолет. Приклеиваем его не все детальки, а только вот серединку здесь. Здесь. И вот эти крылья. Вот так получаем. Чтобы был объемный самолет, у нас мы его приклеиваем не весь. Вот так. Затем мы вырезаем произвольно вот такие облака. И приклеиваем его к открыточке, к основе. Здесь можно взять вот двусторонний объемный скотч. Вот так. Приклеиваем также произвольно вот эти детали. Еще вот так. Затем мы вырезаем из бумаги и подписываем 23 февраля вот такую деталь. Привязываем нитку и прикрепляем к самолетику. Можно также его прикрепить на скотч. Так.
Нитку можно обрезать. Получается такая открытка. Затем мы сделаем с вами еще кораблик. Открываем и будем здесь мастерить. Во-первых, нам с вами нужно сделать вот такие волны. Их можно нарисовать также произвольно. Сначала мы рисуем белые волны вот такие. Побольше и поменьше. Вот так получается, да, и накладываем. Вот так. Приклеиваем их к основе открыточки. Вот так. Затем поменьше у нас будет. Можно две приклеить. Удобно на скотч. Вот можно их еще завернуть немного, чтобы они у вас были вот такие волны. Вырезаем также, складываем, как мы делали самолетик. Складываем вот по размеру. Смотря какой размер вы хотите, чтобы у вас были волны. Складываем пополам, не пополам, но вдвое, вдва. Вырезаем волны и склеиваем их к открыточке. Вот сюда. Так получается. И вторую мы делаем поменьше. Волны у нас получились. Затем мы с вами сделаем кораблик, объемный кораблик. Берем А4 белую бумагу, складываем ее пополам и делаем из нее квадратик. Вот такой. Диагонали у нас должна быть вот такая линия. Делаем вторую линию по диагонали, раскрываем и один уголок мы загибаем к центру, к точке центра. Вот так, вот так. Следующее мы будем делать, оставляем сантиметр вверх, где у нас вот эта линия. Сантиметр оставляем и также складываем вверх, загибаем. И затем вот верхний треугольничек мы опускаем вниз. Получается вот так у нас такая деталь. Складываем ее по диагонали. Вот так. Такая деталь получается. Затем мы делаем линию вверх, поднимаем, вот так получаем, да? Еще раз перевернем, еще раз, чтобы нам лучше было сформировать кораблик. Так, раскрываем. И
вверх у нас получается. Вот так. Таким образом у нас получился вот такой корабль. Здесь мы можем приклеить линию или можно нарисовать фломастером. Как вам удобно. Я нарисую фломастером. Так, здесь мы нарисуем. Аккуратно такие ушки и приклеим кораблик к волнам. Еще у меня есть вот такой флаг России. Вот мы его также приклеим. Приклеим наш кораблик к волнам. Вот такой, такая открыточка у нас получается. Здесь мы все исправим. Очень легко сделать такую открытку. Кораблик можно украсить. Такая открытка у нас получилась. Это будет у вас сюрприз для папы. Спасибо за участие. Успехов!